Вы можете мне объяснить? Это искажение или что? Я не понимаю. А? Это проверка документов или искажение? Документы по базе на полный паспорт, потом отсутствие. Ну вы меня дождетесь, я надеюсь. Еще начинается. Давайте посмотрим. Горятся бумаги. Коллеги. У него документы есть? Вот проверки базы есть, твою. Подъем. Я могу стоять здесь. Плакаты, чтобы никому не отдали. Вон того задержите, кто стоит. Вон, быстрее. Давай, вон того. На каком основании? Извините, тут нет основания. С нами пройдемте. Это одиночный пикет. С нами пройдемте. Лёв. Видим, происходит задержание. А на основании чего вы ведете? Все свободны, спасибо. Расстояние между пикетами должно быть не менее 50 метров. Давайте считать. Ну, ладно, между вами это меньше. Значит, ты ошибся, отойду немножко. Куда вы отойдете? Что ж вы 50 метров? Вы уже здесь стояли. Пройдем. Это вы нарушаете закон. Между вами было меньше 50 метров. А как вас зовут, извините? Между же нами было 50 метров. За что вы меня задерживаете? Сначала объясните, за что вы меня задерживаете. Сначала объясните, за что. Объясните, за что. Я сказал, 54. Да нет, между нами было 50 метров. Не надо ничего забирать, отдайте мне. Заберите это ваше мужчина, не надо ничего забирать. Пусть это стоит. Сколько человек? Нет. Изъяли вместе с Александром Рыклиным плакат. Все плакаты изъяли? Пока один. Ну, как бы в стране лесов много, бумаги тоже. Нет.
Уважаемые граждане, предупредительная просьба, разойтись, не мешайте проходу других граждан. Не мешаем, не мешаем! Уважаемые граждане, проходим, не останавливаемся, не мешаем проходу другим гражданам. Уважаемые граждане, не мешаем проходу, проходим дальше, проходим. Проходим дальше, не мешаем проходу другим гражданам.